В декабре у нас проходила акция, в которой разыгрывалось 1000 долларов. Буквально несколько назад у нас определился наш победитель. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Игорь, я представляю загородный клуб «Тучков», отель в Подмосковье. Мы хотели бы вас поздравить еще раз и наш художественный руководитель вручить вам этот приз. Благодарю вас. Поздравляю. Это неожиданность, особенно после новогодних всех праздников, такой сюрприз остался очень хороший такой багаж положительных впечатлений после вашего выступления, а тут еще после праздников, когда все измотаны, опустошены, и еще такой подарок, 1000 долларов, и я вам очень признателен, спасибо большое. Я влезу в камеру, в кадр, да, скажу, это неожиданно было. Это абсолютно было неожиданно, то есть в рождественский вечер мне раздался звонок, и Альфат сказал, что я выиграл этот приз, это было очень приятно. Но до конца, это, конечно, я понимаю, что это не верилось. Конечно, то есть мы все живем в Москве, в такой, в обществе таком чуть-чуть. Сейчас верится, посмотрите, может быть, все-таки фальшивые. Все идеально, все настоящее, зелененькое. Спасибо большое. Ура! Мы поздравляем нашего победителя. Уважаемые заказчики, эта акция не последняя. Будет еще много ценных призов, так что участвуйте в акциях. Приглашайте шоу-балет Russian Production, а мы, в свою очередь, будем делать так, чтобы ваш праздник был самый лучший и самый красивый. Еще раз поздравляем Игоря. Спасибо. Ура! Большое. Спасибо большое. Спасибо большое.